Я помню случай, когда вы помогли или выявили какую-то проблему с родинкой человека прямо на ивенте, на Emerge, это было в Минске. Много таких случаев вообще в практике было за все время существования? На текущий момент мы уже проанализировали более 400 тысяч различных кожных патологий от наших пользователей. И несколько тысяч случаев рака кожи мы, ну, либо подозрений мы нашли. Поэтому для нас на самом деле, ну, тогда это было действительно новость. Плюс это еще был офлайн-эвент. Да, да. То есть, ну, там такое как бы... Поэтому акцентировалось внимание. Да, да, вот. Да. Но в целом я могу сказать, что для помогать людям это уже стало рутиной, это стало обычным процессом. То есть каждый день нам присылают люди тысячи снимков для анализа, и, к сожалению, либо к счастью, мы находим эти патологии и говорим пользователям, как правильно проводить лечение и как оперативно нужно получать медицинскую помощь. А вот ты не следил за судьбой того человека, у которого проблема была с родинкой? Все нормально с ним? Да, я с ним поддерживаю связь. После того, как у него обнаружили эту родинку, он через полгода снова приехал в Минск и успешно оперировался в той клинике, которая поставила ему диагноз.